Добрый день! Вы на канале Калита Алекс, производители качественных автозапчастей. Сегодня мы поговорим о гидравлических цилиндрах. Исполнительный механизм гидравлики, который благодаря возвратно-поступательным, а также поворотным и прямолинейным перемещениям производит гидравлическую силу механическую. Продажа гидроцилиндров осуществляется для оснащения сельхозхозяйственной и другой техники приводами подъема и опускания навесных конструкций. Широко используется для кранов, манипуляторов, ковшей, плугов и так далее. Ввиду широкой сферы применения гидравлического цилиндра, цена на него и производительность зависят от вида. Существуют плунжерные, сильфонные, мембранные и поршневые гидравлические цилиндры. Купить цилиндр гидравлический можно как с двухсторонним движением жидкости, так и с односторонним. В первом случае рабочая эмульсия поступает в полость поршня, а при обратном движении в штоковую. Во втором варианте жидкость проходит лишь в отсек поршня, а обратно направляется под силой давления пружины. Прежде чем покупать гидравлический цилиндр, вам нужно знать несколько критериев. Первое – это требуемый размер гильзы. Дальше идет расстояние по осям в сложенном и разложенном состоянии. Обязательно нужно учесть ход и диаметр штока, цапф и шаров. Ну и последний пункт – это диаметр вилок для поршневого цилиндра. Немного ознакомив вас с гидроцилиндрами, я предлагаю пройти вам на наш сайт для детального ознакомления и выбора нужной вам запчасти из широкого качественного ассортимента.